На каком-то празднике у меня мама увидела рекламу Смит. И я увидела вот разные там напечатанные модели. Вот. Просто мы искали всякие конкурсы, а потом мы нашли в Смите. Мне папа рассказывал, что он дружит с Футурумом, вот, и в нашей школе висели объявления. ЦМИТ – это сокращение. Полное предложение – это Центр молодежного инновационного творчества. Мы проходим программирование, 3D-печать и строим из лего. Моделируем мы в 3D-дизайне, загружаем на 3D-машину, и она их печатает. Ну, например, вот я создал новогоднюю игрушку «Божью коровку». Процессинг, то есть это можно сделать, например, свою игру. Вот игры такие делают, там, как Flappy Bird, такие простенькие там. Вот можно сделать ее, мы уже можем сделать. Мы пока делаем робота, который ездит, поворачивает. Там, конечно, надо подумать над его дизайном, но потом, когда уже собираешь, у тебя такое чувство, какое-то вдохновение, и у тебя получается как-то его приукрасить, сделать лучше. Мы иногда смеемся. Ну и как в школе, мне здесь больше нравится, чем в школе, намного. Ну, у нас некоторые мальчики в группе остаются тут на полчаса, чтобы поиграть на телевизоре в приставку. Все объясняет хорошо, очень нравится. И те, кто ходит на занятия, другие дети, они тоже дружелюбны, и с ними можно легко подружиться. На занятиях бывает сложно, но интересно. Нужна лишь фантазия. Центр молодежного инновационного творчества «Футурум» – это высокотехнологичная сокровищница знаний. Наша главная задача – с самого детства формировать у маленького человека современное инновационное мышление. И мы с успехом решаем ее. Каждый ученик имеет возможность прикоснуться к технологиям будущего. Ребята осваивают программирование, печатают на 3D-принтере и создают собственных роботов. Волшебники будущего, школьники с 1 по 11 класс, поэтапно изучают все аспекты новейших технологий, получают базу необходимых для успешной карьеры знаний. ЦМИТ Футурум – это уникальная, а главное – доступная площадка для научно-технического творчества. Мы приглашаем вас в мир будущего прямо сейчас!